Друзья дорогие, здравствуйте. Хочу начать концерт с того, что отмечу. Это один из самых оригинальных залов, в которых мне доведется играть в последнее время по конфигурации по своей. Я в Ижевск начал приезжать с песнями достаточно давно, уже больше 20 лет. Играл в разных местах, начиная от квартирников, там, лофтов и арт-галерей до залов, включая достаточно немаленькие залы, вот, но по своему устройству это, наверное, самый оригинальный зал не только в Ижевске, но и вообще в нашем, пожалуй, авторском жанре. Обычно наши барды приходят в некоторое замешательство, когда приходят выступать в большой зал «Гнезда глухаря», бард-кафе московское. В большой зал он устроен так, что перед сценой несколько человек, столиков, а основная масса публики в нескольких рукавах находится, и барды не понимают поначалу, куда им нужно петь. Но сейчас, вот пока мы делали настройку, когда вы подошли, как-то место обустроилось, и мне начало здесь невероятно нравиться. Вот поэтому как-то все складывается хорошо. Тем более, как сказал Владимир Мирошкин в самом начале, в 18:05 мы не можем себе позволить начать вовремя, поэтому торопиться нам не нужно, некуда, незачем, как поет бард известный Юрий Лорус, в жизни все проходит быстро, незачем спешить. Спешить незачем, мы будем сегодня вместе во время этого концерта не только, наверное, петь, слушать, но и есть место, возможности, пространство для комментариев, рассказов, может быть, вопросов. То есть все будет как всегда.